кровли при том же объеме минераловатных плит. Необходимо учесть выпуск пенополистирольной опалубки до верха строительных ног. Работы по утеплению кровли, укладки кровельной опалубки, начинаем выполнять снизу, хотя в некоторых случаях можно начинать сверху, но тогда их не надо прибивать сразу, а только после того, как они уложены. В этом случае мы получаем легкость и быстроту исполнения кровли, а также небольшое количество отходов. Кровельную опалубку можно разделить на две части. Одна шириной 23 см укладывается непосредственно на стропила, другая – для устройства замка сверху. Замковую часть подрезаем под углом 30 градусов для устройства свеса кровли. Эта часть может быть использована для устройства кровли в других местах. Если уклон кровли не соответствует 30 градусам, то обрезку опалубки можно выполнить непосредственно по месту крыши. После укладки готовой части стропила для удержания опалубки на кровле подпираются брусом, который прибивается снизу гвоздями. Работа по оформлению кровли завершается устройством лобовой доски шириной 40 см, которую также прибивают гвоздями. Теперь еще раз напомним, что монтаж кровли начинается снизу, заканчивается устройством подрезной опалубки и зашивается подпорным брусом 100 на 100 мм. Конек крыши выполняется простой вставкой двух коньковых элементов и прибивается гвоздями. Важным делом является устройство перекрытия крыши и ограждения на кровле. Деревянная лага прибивается к кровле, и на нее крепятся металлические ограждения, и далее черепица укладывается как обычно.
Устройство конька происходит по следующему сценарию. Полиуретановой пенкой заполняется шов в коньковых элементах. Затем монтируются через 60 см металлические стойки-держатели для устройства деревянного конькового прогона размером 50 на 40 мм. По окончанию устройства крыши приступаем к оформлению сопряжений кровли и трубы. Оно выполняется специальным материалом и крепко крепится к трубе и к кровле. Все это необходимо закончить ограждающим элементом. Кровля защитит вас от холода зимой и от жары летом. На стенах здания начинаем оформительские работы. Поверхность хорошо очищаем от пыли и грязи, подготавливаем под накладку специального состава и укладку сетки. Хорошо проглаживаем поверхность сетки, и чтобы стены были гладкими и ровными, накладываем мастику, хорошо ее растирая. Необходимо, чтобы сетка нигде не отвисала. На уже готовом строении накладываем специальную строительную арматуру для избежания обивки углов в процессе эксплуатации. Через 3 дня после высыхания состава можно выполнить декоративное оформление. Гипсовые декоративные формы приклеиваются непосредственно к стенам и оформляются специальным составом и красителями. Этими способами можно выполнить очень интересные декоративные элементы. По нашей технологии можно строить дома различной этажности. Эти дома очень нужны для эксплуатации. Домов, которые благодаря своим уникальным